Точка туризм. Но тут такой туризм, можно съехать и не выехать. Чьи-то ласты, кусок ласты или что это такое, непонятно. Сейчас дефазик тут красиво пройдет. Доедем. Не, не нашли 67-ю. Но видишь, они с топором. То есть точки раз, и все, больше никто не берет уже. Интересно, кто ее взял. Да не, может, ошибка. Процесс фотографирования такой непростой. То второго, то не седьмая. 52-я, да. Фазик тут простенький, берет и поедет там, где 69, но я думаю, ему несложно будет с этими колесами и клиренсом. А мы сейчас поедем ближе к лагерю, там есть еще интересные точки. Приятный день. Тишина наступает, дефазик уже. Основная масса участников тут проехала. Да, интересный формат, что все точки общие. Конечно, критика есть, я думаю, а нет, вот едет
Серьезный автомобиль. Топовый. Я бы даже сказал. Отчасти уравнивает шансы. Ну, завтра будет круговая. И там все решится, кто победил. Сегодня еще ночная, кто вчера не пробовал. В общем, вот так. Нет, еще есть участники. Так вот, смотри, справа тяжелее точка, но тоже все заезжают. Вон. 61-я. Вот, видишь, прямо, если вот прямо смотри. Видишь? Это тяжелее. Супермен. Не, вот, проверь. Правая. Есть. Вот тут, вот куда он пошел, есть точка, и там левее. Причем это 20 баллов, но все вроде своим ходом задом сдают и потом спокойно выезжают. Право-лево это для штурмана подписано, да? Да, ох уж эти блогеры. Давай, давай, нет. Не отвлекайся. Серьезно, все заезжали. Задом едет. Только что дефазик прошел сам. Серьезно, газик заезжал, кто там еще заезжал? Тойота 70-ка заезжала. Патрули заезжали. Нив не видели. Нив еще просто не было. Нивы сюда не доезжают своим ходом. Так, а тут Судзуки. Да нет, серьезно, все заезжают. Дорога бы не стала. Да нет, ну, что там, газик 69-й заезжал. Ну, единственное, что сейчас, конечно, тут был дефазик. Может, он углубил бы. А ну, давай туда. Там тоже был дефазик. Туда легче, да. Такие нивоводы недоверчивые, да? Посмотри. Так, Витара уезжает. И уже, наверное, не будет. Смотри, какая красота. Да, и что-то в этих разрухах есть. Надо ага, посмотри вообще. Неожиданный поворот. Разруха полная, конечно, села. Хотя местами он там заброшен. Нормальный домик. Это кто-то под дачу купил себе. Да. Тоже вот, да, тут забор, домики. А рядом такое столетнее. И на лошадях 21 век. Да, контраст не слабый. Я это называю, мы в другом мире полностью, да? Сколько от Киева? 150 км, в другой мир полностью. И людей вообще нету, блин. Ни людей, ни машин, да? Тут столько машин. Машина только зелы в основном, блин. И газоны, и, да. Газоны, блин, зелы. Ну, в Жигули иногда еще, наверное, встречаются. Да. Выскочили на международную трассу. Обещаю, да, когда-то, блин, от капиталии. Точнее, процесс идет со стороны Прилуки в сторону Сум где-то. Ну вот уже Прилуки в сторону Сум, но пока тут не видно. Ну они так с Сум начали. Может, да. Там, наверное, пожестче. Так как, я не знаю, они бетонку еще полностью убирают или просто туда асфальт кидают сверху? Сверху, думаю, а зачем? Сверху. Да все равно, что эти стыки проявят рано или поздно себя, да? Ну, может, прорабатывают их. Чня направо. Ха, глянь, на ходу. Как-то оживились, да, видно, им тяжело было с утра. Или они по асфальту и с утра быстро ехали. Это все высохло, идите к нам. Пока сухо. Пока сухо, да? Ты нашел дорогу? Идем нормально тут. Там мы в такой обуви, на тонкой подошве. Кто-то ехал, слышишь? Прикольно.
камыши как сантрак ложится. Так, ну красивые места такие, экзотические деревья. Бобик берет. А, тут точка уже? Местная. Простая? Ну, по сложности она 10-бальная, но взять ее просто. Да. А вон семерка. 1-бальная, но к ней не подобраться. Да, тут все запутано. Хорошая очень местность. Много оврагов. Попроваривали, поусиливали все. Да, хороший тут овраг. И глубокий. Судя по следам, туда спускались почти. Да, тут кто-то был уже. Притом недалеко, вот там у нас. Проварены тут все рычаги, усилены. Нагрузки все-таки не детские. Держат патрулевские мосты эту жестью. Да, все убрано, никаких порогов. Просто каркас. Все висит. Все, держится. 38,5 триподор. Давай спускайся вниз, влево, ровно, назад. Влево, запускайся, давай. Нет, дайте меня. А сейчас ты станешь и переедет и тебя, и меня, и еще. Давай, да будем вообще. Кай переезжай. Она на заднем стоит. Водим, водим. Так, экстремальная тут съемка. Видеофиксация, фотофиксация. Машина по чуть-чуть идет вниз. Практически на задних колесах стоит. Вода вытекает. Да, интересный аппарат получился. Пока сложно. Поджирик. Тут на лебедке. Прямо. Ровняй, 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 ровняй. Богер 33 на 12,5. Подъезжают участники еще.
это суровый штурман. Так, взяли точечку. XJ. Интересное место. Завтрашний спецучасток. Вот это подъем. Коварно тут деревья так растут. И перекосы. Но сегодня еще точки. Ребята берут. Как-то тут возле лагеря оставили все на потом. А все поехали далеко. А тут никого практически нету. Может, кто-то и был в течение дня, но поменьше машин, чем на дальних. Однобальная точечка. Точка под столом. Надо ложиться на спину, как предыдущие. Что? Надо ложиться на спину, как предыдущие, вы ж видели? Не, зачем? А точка ж под столом. А лицо видно ваше там? Понял. Ну, надо, чтобы лицо было видно. Вы трогали точку. Две руки, номер на номер дверях. Машины, да, вот так номер как-то. Организатор лично с лентой мотает. Мотает. А как ты дорогу запомнил? По компасу и по звездам. А, это ты второй коридор. Как-то узко тут местами. Хороший подъемчик на завтра. В общем, до финиша еще 1:08. Но как-то просто тут очень и немного машин. Пойдем в сторону лагеря. Может, что-то еще увидим интересное, но пока. Пока все. Лиственный лесок такой. Красиво тут. Вот и туристы. Паджеро 4, на котором мы сегодня проездили весь день. Такая же машина. Берут. Интересно, где бессмертная копейка сейчас. Так, Валера продолжает брать точки. Простые-простые. Туристические. Вот с этой стороны уже лагерь. Заготовка дров идет, но вечером будет. Движ еще. В общем, друзья, тут сюрпризы для наших участников. Так, чтобы не казалось, оффроуд не был простым. Копнули тут по-взрослому. Это весной вот в этом месте буксовал ГАЗ-69 каталажка, на которой мы сегодня гоняли. Ну, такая хорошая жесть там. Сейчас посмотрим, в ту яму пойдем. Надо бы было бы шире чуть-чуть, чтобы хотя бы четко две машины входило. Но так вплотную войдут. В общем, будем смотреть. Видите, какая колея с весны. Очень глубоко тут было и много воды вообще нету. Что-то творится с климатом нереальное. Что тут за ямы? Ага, вот это вода. Видите, аж на какой глубине выкопали. Тут будет хорошо. Две машины. Притирку зайдет, но
может быть тесно. Да. Понимаешь, вот так. Только может Чероки надавать Тойоте. Что ж, ты хоть не снимай эти понти, блядь, корчи ты не снимай. Ты просто сними машину, блядь. Ты как назвать? Тойота лежит у Чероки, чи як? Что це який? Це на море, це на дорогі матраси, не на... Поїдеш в Кириловку за цю хуйню. Будеш плавати там. Поїдеш в Кириловку. Там уже не плавати, ти ж не шли би до град. Осторожно, чтобы не упало, Игоречек. Ты еще ногу не поломай. Хорошая. Работает, понимаешь? Работает. Только Черкан может спасти Тойоту. 31 шина и 35. Что значит пропорции, да, смотрится. Ты вот так подивиться, ну, чисто близко, то не да. Надо маломерка, наверное, или нет? Нет, тихо, прошел я у турин. Покажи гамбургер, Серега. Це не той відео, що пакували Стаса. А за тебе Колян зробив? Да. Коля, розснімай. Гамбургер, дивись. Гамбургер по-прилуцьки. По-прилуцьки. Колбаска, хліб, колбаска. Только так я бутерброд. Да, да. Всередині. Рус, а зніми на фоні оцього всього, отак дивись. Типа. Ну, его и меня вот так, понятно. Кто работает? Кто работает? Бегемот и грудь кузнечик. Сменилась комедия. Сейчас будет экшен. Телепонь, грудь. Телепонь в экшен сейчас будет точно. А, не успел. Ты понял? Говорит, сейчас будет экшен показывает. Но экшен был близко, два раза причем. Так, вон серьезные участники подъезжают уже. Это финиширует или нет еще? Пошел. Вот этот финиширует. Это с Германии.